12 мая 2020 года около 17:34 на улице Можайского в районе дома 61 города Твери произошло столкновение автомобиля «Лада Веста» под управлением 37-летнего водителя и автомобиля «Форд Фокус» под управлением 47-летнего водителя. Последующим наездом на препятствие, железнобетонную опору ЛЭП и железное пешеходное ограждение автомобилем «Лада Веста» назначено проведение административного расследования. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Лада Веста». 32-летняя женщина и 10-летняя девочка. Никто из пострадавших не был пристегнут ремнями безопасности. С травмами водители и пассажиры доставлены в медицинское учреждение.